Земельные участки, выданные в аренду без указания срока, являются бессрочными и, соответственно, остаются за нами как право частной собственности. Поэтому на сегодняшний день этот земельный участок, он как был нашим, так и остается. У нас техпаспорт есть на него, у многих владельцев есть договора купли-продажи, кто покупал эти гаражи у предыдущих собственников. Соответственно, никто наши документы, ни распоряжение 72-73 года никто не отменял о закреплении земельного участка в юго-восточной части карьера. Никто его не признавал недействительным. И также наши договора купли-продажи никто в районном суде не оспаривал, не отменял. Соответственно, снос в данный момент он невозможен. Здесь очень много владельцев своего имущества, и вы не имеете права сейчас самоуправствовать. Решение суда у вас только об аннулировании. Два решения должно быть. Вы должны именно решение получить о демонтаже и о сносе именно этих гаражей. Вы должны здесь присутствовать только судебными представителями. Нет. Сотрудники милиции сейчас должны вас именно не задержать, а приостановить работу. Потому что это считается с вашей стороны, со стороны муниципалитета, самоуправства. И милиция вся, главное, сбежалась. Тимура, вон там, начальник. Хорошо, нет, а куда они вас уводят? Никуда, в автобус просто. Пока что. Да, ну, да, там.